Повертаємось до студії і готові вже представити ту людину, яку ми вам анонсували на початку першої години. Хочу вам сказати, що цю людину очікували абсолютно вся наша творча група, вся наша команда, а наш режисер просто вже другий день. Тає і мліє. І я думаю, що ми вже закрутили і заінтригували, як тільки могли, навіть уже із займенниками, з усім іншим. Артур Зайон сьогодні до студії нашої завітав, журналіст, наш колега, якого ви не один місяць зустрічали кожного ранку і прокидалися разом з ним. Артур, привіт. Очень довго тебе не було в нашій студії, не було на каналі. Очень скучали за тобой вся наша команда. Расскажи, чем же ты там занимался? Ой, да. Легкий анонс сделал, что Артур в Польшу уезжал. Вот, да, прям. Представили, так засмущали меня. Я тоже за вами скучал за всеми. Очень рад вернуться, так сказать. Мы заметили. В родные пенаты. С воскресеньем Николаем во вторник и среду только пришел. Ну, с воскресенья уже выходные. Насколько я помню. Вот, да, действительно уехал, так сказать, не как бы не по своей воле, ну то есть по своей воле, потому что вывезли на работу. Боже, каких оборотов набирает эфир, так надо уже записывать это. Так надо же. Ты к нам обратился, мы бы как-то защитили, не отпустили. Это по секрету. Да. Я надеюсь, рабовладельцы не смотрят сейчас. Я тоже надеюсь, поэтому пришел сюда. Ну, возвращаюсь к серьезным. Возвращаюсь, да. Я закончил 4-й курс у нас в Николаеве, в Черноморском, теперь уже в Национальном университете имени Петра Могилы. И стал, как все, собственно, кто заканчивал 4-й курс, перед выбором, да, идти дальше на магистратуру и куда, собственно, дальше идти. Ну и решил попробовать вот поступить в Польшу, подал документы. Благополучно меня приняли в Краков, Ягеллонский университет. Вот. И учеба начинается вот сейчас с октября, но там надо было еще раньше поехать, там несколько раз надо было приезжать лично подавать различные документы, там заявки. По сути, как аккредитация. Да, 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 да. И я, чтобы как бы, по много раз сюда не ездить, как бы, поехал же туда, там нашел работу, и вот, как бы, вот остаток лета жил, работал там. Артур, вот. От тебя уже как от настоящего эксперта хочется узнать для наших николаевских абитуриентов, которые тоже будут заканчивать четвертый курс, насколько реально обычному николаевскому студенту поступить в Польшу? Ну, скажу так, в принципе, больших сложностей нет, то есть ну, как бы стандартные требования, то есть достаточно хорошо учиться, да, и, там, иметь довольно хорошие оценки, даже не отличные, да, то есть, ну, как бы допускаться несколько четверок там, то есть не надо быть прям как раз дипломником. Но как бы все равно остается один нюанс, что ну, даже если будете подавать документы туда, то будете интерпретироваться как иностранцы. То есть на бюджет можно претендовать, не знаю, это если только какой-то грант выиграть, да, или какие-то особые достижения, но вот так вот, если просто как обычный абитуриент подавать документы, то все равно, какие бы хорошие оценки у вас ни были, вас примут, но примут на контракт, и надо будет платить. Контракты дороже там, чем в Украине, или... Дороже, но я бы не сказал бы, что прям уж очень дороже. То есть не на порядок прямо? Не, это не Гарвард, там не заоблачные. А вот языковой барьер? Ну, у меня его не было, потому что, ну, это так случилось, что я родился в такой интернациональной семье, отец у меня поляк, мама украинка, поэтому со мной с детства разговаривали на том языке, вот, и так, как бы, с детства, собственно, я знал два языка, поэтому... То есть, если есть, скажем так, николаевцы, дорогие, у вас знания польского языка, то можете спокойно ехать и обучаться. Но вот, скажи, пожалуйста, ты был определенное время в Польше, да, какие да. впечатления от... Не знаю, от молодежи, которые ты там видел. У нас есть даже фотографии. Вот, мы видим, да, давай вот. Кстати, вот. Что и где это? Это вот мои первые пробы работы польским журналистом. Я да, первое время писал для одного из тоже культурных сайтов в городе, в котором я жил, во Вроцлаве. Какие, в общем, впечатления? Памятником на руки лес, я вижу. Да, не сдержался все-таки. Шопен. Также наш автор побывал в Германии. Пользуясь случаем, да, решил, почему бы и нет, собственно. Вот, это тоже встретил свою давнюю знакомую там, так тоже случайно. Очень просто это лето было очень таким богатым на различные случайные, неожиданные встречи. Вот, и вообще на много неожиданных событий.
Возвращаясь к тому вопросу, ведь о впечатлениях от молодежи и в целом. Да, вот как воспринимали, все-таки ты говоришь, есть вот этот принцип, что как иностранцы. Да, ну я скажу, что вот этот принцип, он скорее действует вот только на таком, как бы на формальном уровне, то есть вот, ну, по документации. По документации, да. А так, как бы отношение людей, то есть, в принципе, ну, хорошее, то есть, ну, не было никакого там, что... Артур, может, ты просто именно давал тайну, что ты украинец? Да нет, я открыто всем говорил, и я, как бы, не единственный там такой был с Украины, вот, и они, ну, довольно мило и, ну, приятно, да, воспринимали, то есть, не было никакой, как бы, дискриминации с их стороны. Журналистику, как мы поняли, ты не оставил, ты продолжаешь ее заниматься. Я стараюсь, да, какими-то окольными путями различными все-таки не бросать до конца дела, потому что, ну, это, если то, что мне нравится, то чем бы я хотел бы заниматься, ну, и... В Николаеве есть проект, который ты тоже был причастен к которому, это тоже культурный, скажем так, интернет-портал. Работу продолжаешь с ними сотрудничать? Да, мы хотим продолжать, просто вот я же говорю, вот это лето сейчас очень было насыщенное, напряженное, было вот очень много вот этих всех вопросов, моментов с документами, и я вот пока на этот период немножко сделал паузу такую в этой творческой деятельности, но мы, думаю, вот мы собирались буквально вот на днях с нашими девочками, с которыми мы создали этот сайт. Вот, Артур, я понимаю, что он приехал в студию, понимаете, девочками он собирался. Ну, девочки, до свидания, как бы. Что здесь, опять засмущали. Артур, что с тобой больше сделать? Ты так смущаться начал часто. Видите, твое обаяние просто. Вот так, разговаривать можем очень долго, но хотелось бы вот несколько еще от тебя вот нюансов. А сравнивая Николаева, вот даже просто Николаевские улицы, Николаевский двор, где ты там жил, да, и вот с Польшей, тоже польский двор, польские улицы. Знаешь, вот да, я тоже ехал с такой мыслью, что, ну, вот как журналист, да, что буду вот там ездить, анализировать какие-то, что-то... Аналитику какую-то, да? Да, сравнивать, думать, как бы, вот как они там решают те проблемы, да, которые у нас есть. Ну, не знаю, знаешь, вот этот субъективный принцип, то есть я здесь прожил 13 лет, да, для меня Николаев уже, ну, стал действительно родным, любимым городом. Ну, вот, приезжая туда, вроде бы и хочешь какие-то сравнить недостатки, да, которые есть в Николаеве и которых там нет. Но вот не получается. Ты как бы понимаешь, что, да, что-то там где-то там пешеходные тротуары лучше или там, не знаю, транспорт какой-то новее. Ну, опять же, вспоминая Николаев, не знаю, как-то забываются эти все недостатки и вспоминаются только приятные моменты, с которыми у тебя связаны какие-то, да, из твоей жизни моменты, которые проходили здесь. Ну что ж, я желаю, только, чтобы не только воспоминания грели душу, чтобы ты почаще приезжал, не забывал. Постараюсь, да, буду стараться. И спасибо тебе большое за то, что все-таки не забыл, приехал, поделился впечатлениями. Нагадуємо нашим телеглядачам, що сьогодні, бачите, ви маєте можливість унікально прокинутися з нами трьома. З Артуром Зайонцем, Віктором Дяченком та Інною Савіцькою.